твоими знаниями, с такой головой, ты мог достичь большего, чем просто учитель физики. Мой папа лох! Шевченко, с вещами на выход. Бонжур, мадам. Так я и подумала. Этот олень еще и кредит взял. Этот олень мой сводный брат. И где вы были все это время? Наукой занимался. Очень интересно. Ну, на без тысячи и жоп своей. Так, вы еще и орнитолог. Было дело. А где вы жить собираетесь? Дома. Папаня-то наш половинку-то домишки мне отписал. Ты должен создать такие адские условия проживания. А дальше? Хат твоя. Это наш. Голуби летят над нашей зоной. Голубям нигде нет, не наш. Преграды нет. Просто похож на нашего. Какие теперь будут варианты? Ну, все. Что это с ним? Он спит? Он точно спит? Мне кажется, что он сдох. Ну а что? В таких случаях делают со свидетелями. Ты на что намекаешь? Я намекаю? Поберегайте своего родственника, потому что если с ним что-то случится, то первыми подозреваемыми будете вы. Какими подозреваемыми? Вы приличные люди. В конце концов. Ты ключи в машине оставил. Машину угнали вместе с трупом. Точно. А где Миша? Миша сейчас ребенка убивает.